вчера встретил человека одного, парадоксально, знаешь, вот как-то, ну такой, он взрослый уже, под 70 лет, он кем только не был, то есть очень известный, не буду фамилию звать, известный в Саратове личность, очень положительный человек, приличный. И что-то начал мне про Радаева говорить, там, вот, там, тут, вот, этот, ну, там, про несколько человек. Я говорю, ну, они же дураки, ну, ты же знаешь сам, ну, дураки. Он говорит, ну, дураки, конечно. Потом остановился и сказал совершенно невероятную фразу. Он говорит, ну, а если бы они были умные, что бы изменилось? И тут я вспомнил, я сказал про это одному человеку, и он говорит, да ты же мне сон рассказывал. Накануне дня рождения Вячеслава Викторовича, а у меня очень часто бывает, что человек снится, а я просыпаюсь, думаю, что я приснится? А, день рождения у него. Ну, как бы напоминает. И вот накануне дня рождения Вячеслава Викторовича снится мне Вячеслав Викторович. Я ругаю, говорю, Слав, ну что ж ты делаешь, ну что ж ты дураков-то везде назначил и так далее. Он говорит, ну а представь, если бы они были умными, и я бы их везде назначил, что бы изменилось? И вот я рассказал человеку, а сам уж про сон забыл. И тут мне человек живой, так сказать, не из сна, говорит то же самое. И я понимаю, что ничего бы не изменилось. Ну, то есть создана такая система, что дурак он или не дурак, все равно все будет по-дурацки. Ну, дурака будет более по-дурацки, а умного менее по-дурацки, но все равно по-дурацки. Вот что страшно-то, представляете? Вот тут Александр Ландо у нас решил, просил, чтобы был два дня космонавтики праздничный. Не хватает. Не хватает одного дня. А еще он не знает, кто такие Сака и Ванцетти, революционеры. Вот он заявил, кто такой этот Сака и Ванцетти, да? Сан-Кванцетти, как бабушки говорят. Вот, напротив входа в городской парк. Разгрузили снег весь, который собрали по всему району, да. А вот мексиканское правительство обратилось с просьбой у группе художников разрисовать там какой-то унылый город. Вот он был унылый, его так разрисовали, и теперь он такой неунылый, красивый. Вот только Радаеву про это не рассказывайте, потому что тут разрисуют все так, что потом не сотрешь ни хрена. Да? Они же вот заставят дурака Богу молиться. Они везде поставили эти стелы. Я люблю Саратов, кругом одни ямы, и в центре я люблю Саратов. Да? Кстати, это сегодня, вчера ехал, вокруг одной из этих стел очистили снег и копали землю. Вот я думаю, неужели они додумались цветы высаживать? Сейчас поеду, посмотрю. Слава, поздравь мою жену из Балакова с прошедшим днем рождения. Поздравляю, но лучше было бы, если бы имя. И вот как раз в Балаково грозит человеку 4 года колонии, бутылку водки утащил. Представляешь, вот Васильева получила столько, да, утащил там полмира, да, а этот за бутылку водки уехал.